Лучники, готовьтесь к бою! Ваши верные лучники! Укажите цель, милорд! Ваша светлость? Определяю дальность. По местам! Повелитель? Мы готовы! Ваши верные лучники! Выступаем! Уходим! Мы готовы! Лезем на стены! Конюшня! Повелитель, это отличный повод посвятить нескольких ветеранов в рыцари. Какой чудесный день, милорд! Где бой? Вперед! Здесь нельзя строить, милорд. Ясно. Вас весьма уважают, милорд. У людей нет единого мнения о вас, милорд. Люди уходят из замка. У меня дети ходят в отребьях, милорд. Понизьте налоги! Милорд! Плохой сегодня денек, милорд. Люди неплохо к вам относятся, господин. Буду драться за вас! Наши судьбы переплелись. Враг атакует!
Лучники, к бою! Мой благородный повелитель! Вы обеспокоены, милорд? Выступаем! Наши судьбы переплелись. Обеспокоены, милорд? Сюда! По коням! Наши судьбы переплелись. Дайте нам задачу. Определяю дальность. Люди неплохо к вам относятся, господин. Мой благородный повелитель, я служу под вашими знаменами. Доброе утро, ваша светлость. Какой чудесный день, милорд. Лучники, в путь! Лучники, готовьтесь к бою! Ребята в хорошем настроении. Недостаточно товаров. Быстрее! Вы мой повелитель! Просто укажите цель! Мы войдем в историю! Убью каждого, кто подойдет! Мой благородный повелитель! Стыдно брать с нас такие налоги! Люди неплохо к вам относятся, господин. Я буду драться за вас! Враг атакует! Наши луки споют песню победы! Лучники, к бою! Идем. Люди уходят из замка. У людей нет единого мнения о вас, милорд. Мы войдем в историю? Я служу под вашими знаменами. Здесь мы дадим бой. Убью каждого, кто подойдет. Какой чудесный день, милорд.
Доброе утро, ваша светлость. Идем в бой? Мы войдем в историю? Повелитель. Поход! Наши судьбы переплелись. Вы мой повелитель. Люди неплохо к вам относятся, господин. Мы войдем в историю? Марш! Вы обеспокоены, милорд? Наши судьбы переплелись. Вы обеспокоены, милорд? Капитан! Вы мой повелитель! Вперед! Галоп! Вы обеспокоены, милорд? Не останавливаться! Наши судьбы переплелись. Не терять ни секунды! Поход! Сюда! Враг атакует! На нас напали! Вперед! Пришпорим коней! Наши судьбы переплелись! Поход! Жуткая погода, милорд. Я бы на улицу и носа не сунул. Я служу под вашими знаменами. Наши судьбы переплелись. Не останавливаться! Уходим! Вы обеспокоены, милорд? Ждем приказа, милорд! Люди неплохо к вам относятся, господин. Идем в бой? Я буду драться за вас! Вперед! Пришпорим коней! Эй! На нас напали! Выступаем! Вперед! Я служу под вашими знаменами! В поход! Пришпорим коней! Галоп! Идем в бой! Бой! Наши судьбы переплелись! Быстрее! Выступаем! Вперед! Мой благородный повелитель, я служу под вашими знаменами! В поход!
Неплохой сегодня денек, милорд. Наши судьбы переплелись. Господи, не хватает почета. Недостаточно товаров. Я служу под вашими знаменами. Поход! Не останавливаться! Идем дальше! Я служу под вашими знаменами! Люди неплохо к вам относятся, господин. Сюда! Наступаем! Вы мой повелитель! Наши судьбы переплелись. Что прикажете? Вы мой повелитель! Не останавливаться! Мой благородный повелитель! Вы обеспокоены, милорд? На нас напали! Поход в вашем распоряжении. Ждем приказа, милорд! Не терять ни секунды! Дайте нам задачу. Я служу под вашими знаменами. Вы мой повелитель. Седло! Поход! Повелитель, мужайтесь, парни! Ясно. Люди неплохо к вам относятся, господин. Я служу под вашими знаменами. Мой благородный повелитель. Ждем приказа, милорд. Я буду драться за вас. Вперед! Идем в бой! Вы мой повелитель! Мы готовы! На нас напали! Уходим, парни! Идем в бой! Марш! Мы войдем в историю! Я служу под вашими знаменами! Идем в бой! Наши судьбы переплелись.
У нас почти закончилась провизия, господин повелитель. Люди весьма обрадованы известием о предстоящей свадьбе. Люди неплохо к вам относятся, господин. Мой благородный повелитель, вы обеспокоены, милорд? Мой благородный повелитель, по коням! На нас напали! Я буду драться за вас! Идем в бой! Поход! Сюда! Ждем приказа, милорд! Здесь мы дадим бой! Убью каждого, кто подойдет! Просто укажите цель! Ребята в хорошем настроении! Вы мой повелитель! Достать мечи! Ждем приказа, милорд! Убью каждого, кто подойдет! Пришпорим коней! Убью каждого, кто подойдет! Наши луки споют песню победы! Лучники идут! Вы мой повелитель! Люди неплохо к вам относятся, господин. Седло! Идем дальше! Я буду драться за вас! Идем в бой! Галоп! Мой повелитель, наши судьбы переплелись. Сюда! Идем в бой! Люди неплохо к вам относятся, господин. Наши судьбы переплелись. Отлично, мой господин. Я поручил капитану егерей организовать оборону. А вы скачите в аббатство. Мы победили, господин!
едва уцелели. Но времени на остановку и сбор войск не было. Мы скакали целый день, не зная, что с аббатством, и жива ли еще леди Катерина. Они были уже внутри. Выжидали, когда мы покажемся. Мы остановились и, собрав все свои немногочисленные силы, стали готовиться к ночному штурму. Мы ждали и молились лишь о том, чтобы леди Катерина была жива. Бекон, брат свинокопыта, это просто свинья в облачении священника. Отец присвоил Бекону титул, когда тому было всего 15 лет. И с тех пор он постоянно злоупотребляет своей властью. Разоблачите Бекона и заставьте сдаться. Для этого вы должны в темноте подвести войска к замку и захватить его еще до восхода солнца. Готов к бою! Ваша светлость? Мы лучше всех! Мы готовы! Мы будем драться за вас! Что нужно разрушить? Не повезло беднягам! Только шлем себя не снимайте, ладно? И снова в путь! Выйти из игры?